Элли скач. О, а мы идем дабл мид качаться, да? Надо топорик взять. Так можно в трэм пойти. Go. Погнали. Бери топорик. Я взял. Как же без него? И фэйри фаер еще. Плюс 2 дэмэджа. Да, да, да. А я еще жестче. Я 2 фэйри фаер. Андрюх. Что? Ничего не хочешь сказать? Ну, я тоже в мид могу. Не, я не об этом. А разговор шел, оффлайн ВР-ка вот этот вот, папичин смотрелись. Ну, не, я, наверное, буду не как папич, я попробую по-другому. I don't believe in плюс 20... Бля, она же хуёвая сейчас, нога. У неё мало дэмэджа. Только буду репорт брать. Блин, я, кстати, должен заметить такую вещь, то, что у ВР-очки очень ебать. 540 урона с пауэршота? Серьезно? Без обид. На 25-м, да? Или на каком? На 20-м. Это ли не чудо? Ну, на 25-м ты просто по кулдауну кидаешь эти пауэршоты. Че это за рофл? Не, раньше жестче было, по-моему. Раньше у нее там минус 4 секунды было к кулдауну пауэршот вообще. Она просто стоит туда, ты натягиваешь. Минус 30 чисто. Секунд перезарядки способность, минус 30% перезарядки способность. Это полная пизда. Вы чего? Еще и этот берешь, как его зовут? Манту. Октарин Кор. Ну да, естественно. Я Октарин Кор всегда беру, там всех героев. Какой-нибудь хекс даже если купить, то, блин, минус 30%. И Игорь, ну мы руинить идем эту. Ну да. Не, ну в смысле руинить, идем. Просто крипа будем бить. Мы просто качаемся, типа, да, там он пускай сам выясняет. У нас, кстати, куры не будет. Андрю, купи куру. Поебать вообще. Хорошо. И руну мы забираем у него, слышь? Да. И руны. Блин, тебе надо было какого-нибудь земелью взять, чтобы вот сейчас пнуть нахер, типа, отсюда, понял? Да. Когда руну забираем. Чего? Виндран стоит 75 маны, ват? И кулдаун 12 секунд всего? Боже, так это же отличный герой для оффлайна, я вам так скажу. Fuck, real dread. Oh my god. Real dread, motherfucker. Yeah. What the fuck? Real one. That's true, yeah. Так, анализ небольшой. Шекель шот вообще можно максить. Ну, хотя пауэршот слишком крутой, чтобы его игнорировать. Окей, окей, дай. Ты готов, Игорь? Да. Тыкать быстренько. Да. И поехали. Ебать. Блять. Он нас просто разъебал. Ну, блять, по крипам мы должны его разъебать, Игорь. Да, согласен. У нас урона больше. Все, он блочит, а мы идем сразу бить крипов. Я щит сразу беру, если что. Давай. О, у нас шейкер, прикинь. Да-да-да, сломанный шейкер. Покачаться хотел чел. Смаил ее пришел. Так мы выиграем мид. Что ему будет против вас, ребят? Не, ну да, мид-то мы выиграем. Он лазером добивает, нормально, это пойдет. Это пойдет. Он пускай еще динает, а мы крипов добиваем, короче. Мой. Отлично. Ты добил? Да. Отлично, отлично. Он лазером хочет опять добивать. Отлично. Надо две тыки давать. Давай. 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 И вот этому. Отлично. Отлично. Нормально, нормально. Так отлично или нормально? Ебать, они мутят. Одно другому не мешает. Давай, вот этого, вот этого. Найс, найс. Why me? What the fuck? Блин, еще анимация атаки топовая. Хороший герой. Давай, давай, давай. Четко. Хорошо. Если на него будут нападать, мы его блочим, если само что. Само собой. Так уже вот сейчас вот, наверное, не, надо. Не, за ним надо. Не гонится. Не надо, сейчас. Нет, шейкер, без повода блочить надо, иначе он поймет, что мы. Да, 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 да. Что мы заодно. Ага, нормально. Того надо добить, Игорь. Добил. Блять, нахуй они со мной это делают. Непонятно.
Они его убивают, смотри. Точно его? Блять. Преждевременно. Ой, тут ганг, слышишь? Да кто это такой, блять? Блять, ты чё, фласку ты куда? Убил, он фласку убил мне. Да тебе пизда. Ну смотри, ты... куда, у меня хп на один. Ты... Если бы ты дрался, мы бы сейчас бы отъебашили. Если бы ДКБ. Разрать готов? Да, да, да. Блять. Вот он задр. Пипец, он жесткий. Игорь. Да. Спасибо. Блин, вообще, вы знаете, не качать шекель-шот, мне уже нравится идея, если что. А чё? Там как бы и до линки недалеко. Качайся, Игорь. Качайся. И чё, так, ХП мало. Можно, в принципе, и колечко купить. Сейчас, а потом... На линку? Прикинь, с колечком, да. Ну да. Он даже лазером добить не может. Вот лох. Что за рак? Давай. Блять. Блять, слышь? Блять. Нормально, нормально, нормально. Вот этого давай. Вот этого давай. 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 Раз, два, три. Не, ну Макс этим раны не будет. Верхнего, верхнего. Сам. А я убил, нормально. Давай. Вот этого давай. Раз, два, три. Угу. Ты с Тинкером договаривался? Вот ты добил? Отлично. Смотри, что мутит. Да, вижу, вижу. Так, крипов переагрю, чтобы добивать крипов. Давай. Бля, машинки начал качать, вот задр. Так, а они первого уровня. Надо крипов добивать. Отлично. Это хорошо, нормально. Ой, я все, да? Ты ебешь? Блять, он тут заберет стил. Похер, похер. Еще тыку, тыку ему. Давай, твой, до конца иди. А-а-а! Вот оно. Блять. Хорошо, ребят, хорошо. Очень хорошо. Пурманшилд просто уже. Сейчас я купил, нормально. О, я тоже, кстати, куплю. Еще фейриков купил себе, на всякий случай. Не пойти на серегенов принесла. Блять, как попасть по крипу вообще? Блин, вдвоем удобнее добивать на самом деле крипов. Да. Слушай, если бучка захочет, то мы кончим. Вот, хочешь трахнуть его? Гоу. Или нет? Он с корешем здесь. Ну, охуеть. Да похуй, раз уж гоу, все, гоу, гоу. Бучку еби, бучку. Раз начали, все, гоу. Еби бучку, бучку еби. Да ебай. Я лечусь, лечусь, колбочки хаваю. Блять. Да Тинкер не помог. Да реально ноль помощи. В смысле? А, потом он шестой левел, так тапается. Ну нет. Так, я иду, я иду. Андрюх, без обид, мы скорее всего узаем эту катку. Если ты там просто потеешь, опрвешь, то... Не, я не виду. То, что ты напрасно потею, это делаешь. Я это, изучаю героя просто. Может, возьмем его? Да, а, давай, давай, давай. Давай, давай сетку. И ты его потом подвяжешь после сетки, продлишь. Нормально, я все, я жив. Нормально, четко. Ой, я еще грязь буду делать. Он фласку, блять. О, слышь, ты, смотри, за нас кореш. В смысле, какой? Вы видите это? Ты о чем? Да, вивер, да, вивер, да, да. За нас. Бабочка, как думаешь, я его ёбну или он меня ёбнет? 90, 100, 190, хватает. Блять! Серьезно? Ребят, вы видите? Это не ёбаный цирк, это ММР, блять. Вы поняли, насколько это, все серьезно? Блять. Это.
Это настолько глубоко. Глубокая мысль, просто пиздец. Это не цирк, это ММР. Но если вдуматься, то... Ну, цитаты великих. И тут последнее. Сука, фаску! О! Ребята, вы видели? Игорь, я иду, блядь. Пиздец. Бля, я, наверное, не догоню его, Игорь. Да. Бля, я не догоню, Игорь. Да он завтра какой-то видел, как он флаской отпивался? Ой. Жестко. Я слегка, ладно, ничего страшного. Я кайф. Андрюх, тебе ганг не нужен вниз? Мне нужен ганг, да, приходите. Сейчас, давай. Блин, я только пауэршотами не умею попадать. Я приду, я приду. Так а я привяжу сеткой, и ты кинешь пауэршот. А, так, так, да, так получится все. F9. Так, так а почему ждем? Да, реально, F9. Я пошел. В смоке будет ганг, Андрюх. Угу. Я размял ее хорошенечко. Что он пишет? Ну давай. Ребят, какой-то он негативный парень, я замучу его, наверное, а то как совсем не самое неприятно играть. Ну, да, Андрюх, вот этот вот типаж одного из таких вот, про которых ты рассказывал. Да, скорее да, всего. Да. Который думает, что он типа пизже всех. Типа, все такое. На самом деле он хуй. На самом деле да, он сосал, да. Ни с того ни с сего берет просто и руинит, тварь. Мы готовы спектру ебать? Ну, тут как бы, извините, он взял Тинкера после Эмбера. Типа, на что ну, он на Кате готовы? Что, блядь, он поиграет в эту игру или что? Ой, Андрюша, это как... Андрюха вяжет. Андрюха, ёбан как телепортель, блядь. Она убегает. Блядь, ганг по-моему, ганг не удался. Да. Андрюх, хочешь поесть? Давай. Да, у меня два есть. Спасибо. А можно мне один? Я тоже поем. Андрю, делись. Не, Андрюхе одного мало будет просто. Слушай, нормально. Андрюха да не, я нормально. Нет, это регена. Да дай, дай, под экспу. Я пошел крипскипить. Давай. Блять. Найс. Так тавр наш. Крипа добиваем только. Отлично работа. Спасибо. Так у вас левела хорошая, прокачка, шмотки ну, тогда... там. У нас да, хорошо. Да, да, нормально. Я вообще не знаю, почему говорите, что мы проиграем эту игру. А, ребят. Невозможно проиграть. Да. А, что за хуйня вообще? Будет подкрепа? Оу. Там еще шокер. Ребят. Я пойду, ребят. Шокер с надроченным бежит на меня. Как думаете, там баунти есть? А, ребят. Блять, я думаю, там... шрайн есть. Подожди меня. Пожалуйста. Хорошо. Я вернусь сейчас, я сейчас прилечу к вам. Еще фейри-файри взял, да, чтобы похилиться в сложной. Я крипов мы тут качать можем вообще. Идеально. О. Давай, блять. я лечу, гоу, гоу. Андрюх, дерись. Дерись. Я регенюсь. Ебать, я первый. Давай, давай, давай. Я следующий. Мое, ага. Он будет стилить лазер, осторожно. Хорошо, блядь. Четко, мое. Он по-любому без ульта. Ебать, тут сайленсер. Я тоже так думаю. Давай, давай, давай. Да дерись, что ли, куда ты пошел? Я дам этому сейчас. Я дам этому дэшку. Не, я размансую, я размансую. Привязал дерьмо. Твоих привязал. Атакует вас. Да помогите же, я размансую сейчас привязал. Дерьмо это. Вы готовы? Давай. А теперь знаешь, как делаешь? Заходишь вот сюда и жмешь первую, и ты вниз падаешь. Ага, упал. Тоже вариант. Так, а там аппарат не шут. Блин, откуда там ТП у шейкера? Кстати, знаете что? Нам, скорее всего, нужны помощники. В смысле? Борды? Миньоны, типа. Смог. А, мана. Там просто один умер, да, на одного можно взять. Летающий помощник нужен. Пошли. А, погнали. Ему надо оружие. Сейчас я ему оружие дам. Андрей, в смоке надо. Мы в смоке сможем убить. Я готов, парни, я здесь. Я готов, я готов, я здесь. Сален, смотри, можем убить его? Андрюх. Срочно. Да. Точно? Быстрее. Конечно. Да. Я сейчас. Дай ему сеточку. Сейчас. Я сначала блочу, а потом сетка. Вот смотри, сначала твоя сетка. Ой-ой-ой. Я иду. Сетку. Сейчас. Продляй, сетку. Продлял.
Еще тыку, и моя. Оу, здорово, молодец. Парни. Слышь, дай, дай, да, я экспу, поздно, хочу пятый левел, блин. Поздно. Ну ладно, ладно. Так. А на спектру? Все, у нас помощник, да, летающий с оружием, пошли. Я вижен поставлю, чтобы это, если что, ТП видеть. Угу. В смысле? Там было ТП, видели? Да-да-да, я на разведку, я отправил разведчика туда. Так а как они увидели в... Вот, смотри! Там буч... Вот, смотри! Там бучка с гемом, осторожно. Ага. Вот, смотри! Да-да-да, идем, давайте. Там сейчас хок пойдет, ребят. Be careful. Дал. Вижен поставил. Ебите, ебите. Давай, давай. Еще. Ваш ее. Я вардами буду ее бить. Еще вард ебанул. Еще. Четко, хуля. А мне дал один на будущее, да? А, типа, да-да-да. Ах, сук. На, сук. Парни, так, я сейчас тисну. Давай, вот это вот. Блядь, там хотел слабые, там слабые. Я дерусь. Хиляюсь, хиляюсь. Ебаный в рот. Заблочил его вардом. Ослом его. Так в смысле? Очень ослом оружие. У него есть оружие. Да бей, брат, ослом. Он не бьет. Почему? Он с топором же. Все, он будет разведкой, значит. Что за хуйня? Смотри. Ну, надо прыгнуть. Нет! А! Ты что, блядь? Это же... О, блядь. Что было? Да у нас новый появился. В смысле, что, блядь? Только он пешком ходит. Пойдем. Так, отсюда. Андрюх, так, у меня одна лишняя на ветку тебе дал. Отключить сборку. Так, вниз ТП делаю. Давай. Прострелы. Готов бучку? Давай, го-го-го-го-го, сетку даю. Потом ты вяжешь. Слышите, а если это, ослу дать сапог, он будет быстрее ходить? Добивай бучку. Я спрятался. Хорошо, этого тоже. Да-да-да. Этого тоже, го-го. Опа. Ёбаный в рот. Слышь, ослик неуязвимый. Андрюх, добивай. Сики! Ты чего? Да в смысле, я же в ведране был, алло. Ну ты чего? Так, секундочку, блядь. Спасибо за ресепт, я был в ведране, почему, блядь, нет? Андрюх, ну трустрайк же, ну Андрюх. У кого? Какой трустрайк? Какой, блядь, трустрайк? Андрюх. Вы о чем? Трю страйк. Какой трустрайк? У Шейкера трю страйк. На второй манере. Он в натуре, он же теперь не промахивается этой залупой. Серьезно? ВТФ? Как это все вообще можно знать? Блять, бабочка реально потный чел. Задрот. Блять, надо курицу апнуть. Осел без крыльев, деньги на ветер. Подойдете на него? Да, я бегу. Я пока не полюсь. Смотри, сайленсер. На сайленсер будет плюс? На сайленсер плюс. Да, на сайленсер. Давай сайленсер. Он... Я иду. Сетку даю. Начинай с сетки. Бодиблок немного будет. Пой там, не знаю, сделай. Бодиблок. Пою. Пой. И вот так я задел. Он не пройдет тут. Ребят, заблочено. Блять. Нормально. Урон вношу. Блять. Пойду-ка я, наверное, отсюда. О, нет, Антох, не пойдешь. Магия. Не пойдешь. Ладно, классно, поиграли. Хорошая игра. Да, блять, не всегда команда там вместе у нас. Так, а через сколько батл кап там будет? Челы АФК тупо лес выкачивают. 40 минут. Ты что, Андрюх, ветку новую кинул? Парни, я предлагаю сейчас вам резко начать камбэкать, потому что если эту игру будем играть еще минут 25, будет идеально. Так они нас не сломают, мы как бы... Кто уводит? Так в таком случае нужно сейчас это, резко камбэкичи делать. Пора уже? Так почему? Да. Понял. Свернул за баунти. Ну что, значит, берем талон и идем качаться в лес? Да, всем по талону. Да. Ладно, я сейчас. У тебя есть один уже у этого миньона, если отберешь у него. О, слышь, бабочка. Да, иду. Доджи хук. Вали его, вали. Блять, задоджить там колбаска еще. Давайте они видели меня. Давайте трахать здесь. Давай, я дерусь с ним. Топор купил. Андрюх, заряжай. Какая пизда. Нажми шрайн. Ой, я не умею. Ладно, нормально. 6 секунд, Вян, держись. Могу держаться. Одна секунда, ТП делаю, на шрайн. Еще, вот этого. Будь шейкера. Давай, держусь. Он с блинком, да? Смотри, я читаю его. Я его прочитал. О, да. Опа. Да, блядь, я здесь, ребята, я здесь. Жить. Андрюх, живи. Еще. Красиво. Ну, себе. Так вот. 4 маны в секунду, спасибо. Жестко. Андрюх, здесь где-то буч еще был. Пойдем буча? Ну я пока тут на ляйне, подожди.
Ну я найду. Я его сейчас найду игру. О, Андрюх, я его нашел, я иду на него, идешь? Как бы сейчас худом. Я, наверное, приду. Или нет, или когда ТП? Секунда, веточку продам. Сначала. А когда ТП без обид? Странно качаю, ну, непонятно. Мне нужно. Нужно прокачать немного персонажа своего. Ну, в смысле, надо драться. Статов купи просто побольше. Ну, типа, у меня ультимы нету, а зря. Вот я сейчас ультиму возьму и тавр сломаю, ребят. Это будет value. Так мы что в итоге, мы фармить пойдем? Ну или да, будем да, нормально? Да, я пошел фармить. Драться. Окей, тогда талон взял себе. И манреген надо еще взять. Ко мне же паджик не придет, блин, чтобы качаться. Там сайленсер бегает по нашему лесам зачем-то. Не, Андрюха, этот вообще что-то не по шансам не зашел, парень. Да, сложно с ним. Так, я манреген купил, пошел качаться. Блин, 20 к интеллекту. Ребят, тут ганг на меня. Так пой его, улетай, улетай. Я иду. Я тоже иду. Можешь пожить еще чуть-чуть? Да. Блять, меня видно тут. Ёбаный дагер. Андрей, ты чё? Да какой, блять? Так он тебя... За батон. Бабочка? Нет. Давай, два ремнанта и убивай. Это стоит того, он 7-й левел, ты получишь много. Ману пей пока. Бля, ну ты... Найс. Так я убил. Нормально. И все, купи себе стики там, что-нибудь еще купи. Нуль талисман. Статов надо, П 2 секунды. Это не статы! Это не статы! Ай, это нормально, это манреген. Я в лесу буду нормально качаться с щитом. Статай гейнс сейчас, блядь. И... О, жестко доджишь. Неплохо. Так что, это бучка охуел или как это понимать? Что он себе позволяет? Так, ладно. Ребят, я буду доджить хуково. Готовы? Так, Андрюх, ты знаешь, что дает больше всего статов за маленькую цену? Соби маска. Нет, нет, другой артефакт. Ветка. Соби маски, кстати, делается. Нет, нет. Аквила. Тогда я пас. Брась. Шарит. Да. Аквила, все правильно. Ну вообще, сначала ветка идет, потом, скорее всего, брасер или что-нибудь такое. Разве аквила? Ну смотри, сколько аквил дает статов, давай считать. Ну да, три ксили, 9 ловкости, 3 интеллекту, 10 урона, да. Реген, брасер армор. Опа, ребят, там бучка был. И сайленсер еще сверху. Опа. Да похуй. Так а переебать их. Ой, я стинкером делаю кач здесь. Я в аквилу выхожу. Нормально. Парни, я тут это тоже делаю грязь. Смотрите, бучка тут файнится. Гоу его, гоу. Так да, пошли, я близко. Так сайленсера. Да. Опа, не понял. Просто чейзим его. Будет ему что-то? Ща дам дэшку. Парни, а тебя сбейте! Я нас докидал, но маны нету, чтобы это... Полная хуйня. У меня тут шейкер такой. Какой шейкер, Андрюх, ты куда? Ты не участвовал в файте? Да чё, ты меня приехал. Да, там шейкер с ДД вообще очень сильный. ППЦ. Ему насрать на мой виндран, он просто ебёт меня, прыгает и ебёт. Нормально, сейчас у Вивера линка будет. Можно так, идти ладно, драться. Я знаю, что делать, парня, чтобы эту игру немного затянуть. Что именно? Вардишон поставить. Жестко. Думаешь, надо? Да, так, а себе я возьму, я не знаю, дагер или не дагер. Игорь. Да. Нормальная ВР-ка. Не курильщик. Так, я иду. Наверное, дагер. Блин, кончились. Ну, а чё еще? Конечно. Ты блинкаешь, тебе аж двоих. Да. Я так и буду делать. Так, давай подкачаем. Мы драться будем? Конечно. Надо подкачаться. Ништяк. Ну, левел надо повыше левел. Вот Андрюхе хороший левел. Да, но я он прокачался сильно нормально. Катает. Ребят. Я подкачиваюсь, извините. Без обид. Я не верю, что это натуральный. Проповедник? Я бегу, это натуральный. Вот это натуральный. Или там еще шейкер. Вы боитесь, да? Понял. Нет, мы не боимся. Просто Сайлен. Я мог взять их. Ну, вы как-то от них убегали. Я поэтому подумал, что вы. Во-во-во-во-во, там пошел Рамс. Качественный. Давайте, ребят, я пошел в качестве. А этого я сейчас привяжу. Привязал. Вот, о, меня притянул, чтобы добили его. Ебать, хорошо. Ребята. Ну его нахуй. Там Бродианс почти, be careful. О, так вы размениваетесь, красиво, ебать. Да, мы на разъябываем. Ну все нахуй. Называется разъябываем. Ну так вот.
Ну так вот, ебать. Вот и все. Так это же камбэк, ну, самый тогда... сальный камбэк. Это я позвонил. Лично. Хороший звонок. Бля, надо было Clarity еще купить. Ну ладно. Не, вообще я, конечно, могу всегда взять себе какой-то артефакт, чтобы наносить димейдж в файтах. Это какой? Беф? Майлстром? Майлстром, да. Мана кончилась, ребят. Че поширяю? Полная хуйня. Блин, не, Майлстром это очень хорошая штука, даже в приоритет даггер сделаю. О, так у нас двойная доставка есть. С ней и качаться, кстати, можно неплохо. Да, с ним и качаешься, и очень много ДПС дает. За такую цену, почти бесплатно. Нормально, нормально, ребят. На бунтосиках туда-сюда поднимемся, так и будет. Плюс 250 у мана, у нас вивер агрессирует, имеет право. Хуя, бля, что за дерьмо мне играет, есть инфа? Помощь на меня будет, если я его захочу вязать. Не, Андрюш, давай сам. Красавчик. Не убьешь? Андрюх, погодь! Жми. А что ты хочешь? Ты, а, не хочу жать. Понял, ну, я нажму. Опа. Бабочка, может. А погода наверх, Андрюх. Гоу? Да-да-да-да-да, помощь, пимощь. Кого? У меня маны немало. Немало. Бучку готова? Даю сетку. У меня мало маны. Да поебать. Давай. Я его привяжу сейчас еще. Тут сейчас шейк крутанет. Да нет, нормальный размен. Да, заебись. Да, размен. Две ульты, два героя, а и две ульты. Куда я делся? Для нас это выгодно. Бля, вивер без медальки хуже пидораса, мне кажется. Андрюш, мисс. Чего он не хочет сайлент нажать? Так сколько можно сайлент? Гоу драться, гоу драться. Еще стреляй, что, стреляй, ты еще. Опа. И бабочка тут. Видали, блядь? Великолепно, да, я видел. Я ТП на прям жду, блядь, КДТП. Я сейчас приду. Я танчу, урон. Вивер живет сейчас. Урон танчу. Не живет. Я бегу, Андрюх. Не бать пауэршот жесткий. Ты крипов хотел сформить? Так, ну тут, наверное, интеллект надо взять. Это димейдж. Без мне интеллекта в этой игре не выиграть. Ну, Андрюх, если делать еще взять в расчет, что ты 6 раз умер, то это плюс 8 интеллекта. Ой, я тоже, наверное, сальс сурфидил, поэтому я взял. Понимаешь? Ты понимаешь, о чем я? Я на самом деле тоже маны надо побольше, я куплю себе 0 талисман, наверное. Мана это заебись. Да. Слушай, бабочка, так у тебя уже тоже хороший уровень прокачки. Так да, я покачался немного. Так он на книгах покачался по-любому. Ага, я. Нет. Ой. Бля, шейкер заебал. Вот Игорь руинит прям сейчас. В смысле? Блять, я саппорт, алё. Ну ты умираешь, ты ну, видишь. Ну, так ты тоже. Ты, у тебя больше смертей, чем у меня. Блин, мне теперь очень хочется получить 25 уровень. Не знаю, это как на паке, но, по-моему, это невозможно.
Ну, Игорь, ну КДА у меня повыше, чем у тебя. Ну, так поэтому... ты мидер. Так, а ну, она чуть-чуть получше. Жиробат. Так он вас сейчас всех отъебет, по-моему. Да мы его сейчас сами отъебем. Не, мы его сейчас отмудохнем. Красавчики, красавчики, он ребят. Он такой-то, блядь, вообще. Красавчики. Просто лучшие. Блин, дай бог здоровья ему, он реально рофлит с этой игры тоже хотя бы, а то мы уже проиграли бы, скорее всего. Ладно. Так я сейчас еще соберу ВЛ, и мы будем урон много наносить магического. У меня плохо по магическому урону, без обид. Вообще поэтому Радика собирают обычно на Нагу. Да, чтобы магический урон был. Давай, Игорь, выходи в Радианс. У меня идет шейкер пиздить, к сожалению. Внимание. Спасибо за внимание. А, на топе лол. Блять, вы серьезно? Ёбаный сайленсер. Я реально умею крипиться. Я нормально криплюсь, парни. Жестко. Крепись. Не зря я был кирилл поколение в свое время. А, лол, мне даже подражал, ёбаный рот. Да. Полная хуйня. Хорошо. Мысли, ничего хорошего. Как видишь, я получше тебя креплюсь. Да, ты тоже умеешь. Ты кто лучше крепится в итоге? Ну, судя по всему, бабушка. Он реально показал класс. А может с матч-кенс прогуляемся, парни? Как у бабочки Ремнанта откатится, хотя бы один. А он не попадает имя. Ну, можно сразу идти? Нахуй ты? Давай, давай, давай. Не забудь, не забудься, бабочка, мне меда скинул. Кажется, я пошел нахуй, ребят, сразу. Смотрите, что у него есть. Вот, сука. Так, ладно, ну, по такому поводу тоже есть варианты... В Радианс выхожу. Контры. Ой, тут ганн какой-то. Сейчас мне нужна помощь, помощь. Гоу, гоу. Давайте, давайте, ребят. Хорошая работа. Ну почему ты не хочешь даггер нажимать? Ты тушится. Потому что он руинит там игру с самого начала. Поэтому она не хочет. Да. Ну не, ну, конечно, с мидером нам. Не повезло. Не повезло. Повезло, блядь, конечно, с мидером. Блядь, Сальс идет. Куда-то генчить. Короче, парни, у меня есть план. Значит, смотрите, я сейчас в наш лес ставлю ворды. Так. Вот. И когда придет шейкер, а он, блядь, придет, это я вам гарантирую, мы его так убьем. Давай. Хорошая работа. Пока что еще нет, но будет хорошая. Я лечу на шрайн на разведку. Давай. Смотрите, раз. Тут никого нет. Сейчас, 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 сейчас все будет у нас. А бучка вон стоит, смотрит. Там шейкер пробегал справа, никого ничего не смутило. Да-да-да, пошли, пошли. Да. Надо дивизион. Ну, а я просто не умею коробкать, блядь. Так а пойдем его, пойдем. Он вот на вивер идет уже. Я с вами, ребят. Да-да-да. У них глобала нет, парня. Не глобала, не ульта на этого самого мужичка. Да, пошли. Погоня? Вот-вот, вот этого, вот этого! Ой-о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 й. Кентавр, оставьте? Ой, блядь. Ладно, я твой. И доджи сейчас буду. Ребята! Да-да. Все хорошо. Точно? Я пойду подкачаюсь. Да-да-да, все хорошо. Я разменялся здорово. Грамотно. Там можно выиграть драку. Можно выиграть драку. Да-да. Я пошел иллюзиями по низу выиграть. Ух ты, блядь. Так, на топе еще можно подкачаться. А тетю Спектру не хотим? Тетю Спектру? Андрюх, я готов, я бегу. Если что, у меня есть. Еби. Ульту. Ульту жми. Понял. Я бегу, Андрюх. Даю сетку. И вот тут, вот тут. Вот тут. Четко, четко. Моя. 600 голды. Ну, это заебись. Да, кончай стилить. Заебись. Кроме шуток. Кроме шуток. И так, я полетел докачиваться. Так, Игорь, теперь да, мы можем вот нашу это стратегию использовать. Ждать шрайкера. Жми. Угу. Охуительно.
А! Я, кстати, рассказывал вам то, что я ненавижу микрит на наге. И поэтому ненавижу эту игру. Можешь дать, ты можешь дать контроль мне, например, я по контролю люди. Ну, это когда Радианс там куплю, может. Ну да, да, давай. И, чтобы вы понимали, у меня за последние два года, около того, ни одной игры на ноге. Это не шутки сейчас. Парни, шейкер точно ошибется рано или поздно. Окей. Ловушки расставлены. Ловушки больше нет? Бля, ведь не заблочил эту хуйню? Не заблочил. Парни, они походу заканчивают идут. В смысле, у нас тинкер? Как они закончат вообще? Надо дефить, вы чё, ёбнулись? Он... Опа, а вот как... это чётик, я его, видали? Наебал. О, у нас тинкер с аганимом, прикиньте. Ну так давно уже, в смысле. О, минус глобал. Минус ультспик 3, парни, так все нормально. Жестко. Да минус все, там минус все вообще. Давайте, давайте, ребят, выигрывайте время, мне так надо... Кого с ними драться? Кого драться? Ебитесь, ебитесь с ними, ебитесь. Я лечу домой, есть ребят. Есть связочка. Ебётесь? Я бегу. Андрюх, живи. Да ты тоже ебать. Я сейчас будем ебаться. Андрюх, сейчас будем... Блядь. Я все, я поебался. Там очень мало у них. Так а чё у нас никто не хотел еще ебаться? Во-во, жука, жука повесили. Смотри, Игорь. Да я пизда. Блядь. Нормально, вот шейкер нормально. Хочет тоже. Корова. Ой, там шейкер. Как же он это делает? Играючи. И вивер. И вивер. А, сука. И вивер. Нормально. И вивер. Тысяча. Нормально. Это тысяча. Тинкер вайбэк. А почему тинкер тут не был изначально? Что за бред? Был, 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 он откидывался. Разве? Нет, в смысле, они там полтавр сломали, да, потом да, пришел. Да. Опа. А тинкер имеет? Ой-ой-ой-ой-ой, так это и этого можно брать. Он тут один остался, по сути. Надо трахать бучку. Так я сейчас еще полечу им помогу. Оп. Привяжу его. Да, тинкерак, пиздец. Отвечаю. Ебать, он хилится, ребят. Мансуй! Да нет, тинкер дурак он совсем. Не заходит по нему почему-то. Дожовый. Четко. Бам! Тысяча, сколько? Тысяча. 937. Просто за каждого по тысяче, парни. За каждого. Да. Получается 5000? 5000. Именно тысяч. Андрюх, мне надо мид, Радианс. Без обид. Поводи крипов. Ну, кого а, барак мы ебали. Да этот барак не нужный, ебали. В смысле? Да нахуй. Игорь, вот сейчас доберу. Чувствует, план точно сработает, смотри. Какой? Там сюда и жду шейки. С антрями? Да. Так. Я пошел за сакером. Андрюх? Ой, в смысле, Андрюх бабочка? Ты чё? Ты думал, ты заровчишь с него? Я чё? Так гоу. Но у него форсик есть, мы его не так просто не догоним. Блять, вот сука. Тогда я пошел медасить, ждать крипов медасить, извини. Мне надо Радианс. Бабочка, пойми же ты. Уходи. Да пожалуйста, пожалуйста. Четко. Смотри, минус Алисер, но минус походу вивер. Минус вивер. Опа. Это он про нас, Игорь. Да. Да он вообще ничего не понимает. Сам заруинил катку. Еще что-то тут пытается оправдаться. Я иду, Андрей. Андрей, я иду. Андрей, гоу, гоу, Андрей. Подожди, тут... Я иллюзию убиваю. Все хорошо, гоу. Ой, ну и нахуй. Так там, Андрюх, перекладывай что-то. Она мне сейчас трахнет. Бабочка, ты красиво. Там ультальцы на базу, там, осторожно. Бабочка, отмени ТП. Или кто? А. Бучку будем? Бабочка, надо что-то придумать. Спасибо, Игорь, спасибо. Спасибо. У меня же командный игрок. Да, я понял. Плеймейл купил, сейчас нормально буду танчить.
У нас умер друг. Да поебать вообще. Какой он друг? Не друг, он руинер. Игорь, что там? Радиан сейчас будет? Ну, блять, подходит. Парни, нужно этого мальчика что-то. Ой, сейчас я... Да, ты знаешь, да. Это определенно да. Вы о чем? А вот сейчас уже... А вот сейчас уже нет. Да. Ребят, сейчас будет Радианс. Давай, Игорь. Скидываем Радианс, он есть. Это реально, мы эту игру еще выиграем, если еще сейчас. Только это будет нелегко. Я бы напомню, что все-таки Battle Cup хотим поиграть. То есть нам не стоит ее выигрывать? На это намекаешь? Ну, да. А какой дефить? Кроме шуток. Я деф. Андрюх, это 1000, это еще 1000 для тебя. Блять, это не еще 1000. Надо было повершота ему. Там сейчас шейкер прыгнет еще. Блять, не, он не прыгнет. Никаких пищ больше нету. Опа, ребята, все. Радианса больше нет. Ебать, там демо что-то летает. Да, сайленсер он такой уронистый. Уродистый. Так брак живой. 5000, кстати. Нам похуй. Бля, ребят, если Пуджик сейчас возьмет 1.75 силы за флеш хип, такая тварь будет здоровенная. Так там 7500 будет. Типа того. Всего на все. Так медальку надо купить просто и все. И все? Может, сильверяешь просто? Кидаешь на него. Ударяешь его и. Сильверяч не отключает стаки. Серьезно? Почему? Сильверяч только резист отключает. Магически. Полная хуйня. Там спектра что-то подфиживает. Спектра? Не, Пуджик знает, что делает. Кстати, она наша, она наша. 5 секунд, и я ее жарю. Доебывай ее. В жопу. Я лечу на шрайн. Давай. Без вида только. Там еще кто-то был, по-моему. Бучку и бить. Так, а Пуджик тоже жарьте. Трахай его. Давай, сука. Жри меня, ебло. Блэйд Мэйл, конечно, ты его сейчас напугал. Так доебывай. Смотри, парни, там 5 секунд, я тоже в деле. Я в деле, всего это поделаю. Кто он такой, блядь? Непонятно. Это даже не 1000, это сколько? Пятихатка. Это 174. Угу. Так, а мы уже подкачались, потому что. Блядь, на 10 хп от одна голда. Чё, блядь? Жёсткие какие-то темы продвигаешь. Ну, такое измерение. Короче, всё, Игорь, у тебя есть 15 минут, чтобы выиграть. Я тремя иллюзиями буду сплить одну линию, без обид. А, ладно, бабочка, дам, как тебе дать? Unit Shared Options, ну... Unit Hero, все. Ебаш. Давай, так. Давай. Найс, я тут сентрюшечки ставлю. Блин, а мне бы герой еще, чтобы я мог нажимать. Так я тебе все дал. Riptide. А, ну здорово. Так, Ctrl 2, я взял тебя. Ctrl 2. Возьми меня. Угу. Новые иллюзии сейчас делаю. Ты что делаешь? Мной не контроль. Иллюзии даю. А, извини. Ты, парень, ты только иллюзии разводил. Сейчас я иллюзии возьму, что мне стоит. Я, наверное, не буду. Так, и еще надо одну. Ага, Ctrl 5. Все, отлично. Опа. Что за высер? Там победа у нас. Легкая. Отлично, Игорек, ты сам нажимаешь. Да. Нажимать рептайт я сам буду, ты иллюзиями главное. Да. Все остальное приложится. Я забиндил на 3, 4, 5. Все, нормально. Скажи, когда только вызываешь, чтобы да. Это... 2 секунды, одна. Момент. Вызываю. Я помогу. Вызвал. Ну просто реально я не это ненавижу, эту хуйню, без обид. Нам нужен какой-то человек, чтобы он следил за... За иллюзиями. Кубком. Пойду медасик кину. Бучка в меди, осторожно. Да. Есть рептайд? Да. Там еще этот шейкер где-то рядом. Без обид. А вон на Андрея напали у нас. В смысле, на Вивера напали. Ой, Андрей, живи. Не, на Андрея. Бабочка, иллюзия. Контроль. Давай. Так а что, может шокерочка взять? Да я возьму тавр на топе. Ты один. Я пошел. Здесь тинкер умеет в степ-аут. Не умеет. Ну ебаный рот, блядь. Какой он дебил. Ребят, я иду в мид. Он дружит. Давай. Блинк. Резко. Хорошо, блядь. Делаем грязь. Привязал вот там одного. Шейкер, гоу? Будет на шейкере что-то? Да, гоу. Сейчас дам. Да ты что, блядь, издеваешься?
Бля, если по не поможете, брат. Ой, блядь, просто рандомный какой-то опять хук залетает в лицо. Полная тренер, брат. Нет, может, конечно, есть, но я не знаю, настолько что сделал. Не Андрюха, Игорь. Секунду, держи его там. Ты веришь, что ты хочешь держать его там? Нет, так бабочка. Нет, не хочу. Ребят, ну по таймингу нормально, вот сейчас можно въебать уже. Да? Ладно. Бабочка. Иллюзия. Ебать, сайленсер жесткий, он с хиксом. Ёбанька рот. Тролла беру. Мистер 6500, кстати, к нам на базу заходит. Да-да-да. Так, Игорь, ёбни ему в бубен. 485 регена, старался. Ой, хорошо, блядь. Все, давайте. О, смотри! Смотри, его, походу, враги тоже попустили чуть-чуть, и он на них теперь выёбываться начал. Ну, все правильно. Так он еще припорту заслужит. Не, ребят, кажется, Паджика тяжеловато. Чуть-чуть тяжеловато убивать. Да. Ебать, бабочка что-то нафидел, ты ж мидер. А, и 62 интеллекта еще. Нет, ух, не мидер, мидер тинкер у нас, забыл. А ты тоже саппорт? Ну да. Нет, тинкер мидер был. Так я... мы же с тобой ромили, мы к Андрюхе вниз. А, ну да, 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 все правильно. Я стоял на оффлейне, я этот, контролировал вражеских суппортов. Ладно, я сплитись, и, да, был надо тинкер, что-то делать. Я смотрел, я учитывал это. Бабочка, иллюзия. Давай, давай, я контроль иллюзию. Бля, он ебанутый. Я бью ее иллюзию, давай. Ох, ебать. Поживёшь чуть-чуть? Нет, никак. Не поживёшь, да? Ну, так и могут. Да вы высосите. Нет, кажется, они уже не высосут. А год скинемся мы реально, ну, ладно, по фану? Ладно. Да, ну просто реально, ну руин так откат, блядь. Что-то...